решили набрать все-таки бегоний, роза бегония, как будто розой, розочкой, да, похоже. И мы уже в Балхов, мы купили кофе. А мы приехали домой, мы вернулись с этого тура по всем магазинам. Но это, конечно, я не знаю, я так устала, что сил у меня никаких нету. Никаких у меня сил нету. Сейчас я вам бегло покажу, что купила, как бы вот без цен, там без всего, потому что, извините, с ценами еще с озвучкой, это вообще все невозможно, нереально. Как эти магазины выматывают, это уже, я не могу, у меня уже калейдоскоп перед глазами от всех этих цветов, сковородок, сыров, каких-то пакетиков, украшений, я не знаю, наверное, какой-то кошмар. В общем, так это, сейчас все сетки разбирать. Так, это какой-то был магазин Коп, по-моему. Там я взяла сарделек на дачу в заморозку. Копченые сардельки с сыром. Ветчины. Вот такие. Хочу взять лаваш. И там будем лавашек с мамой делать. Поэтому надо много сыра всякого такого посыпного. Сосиски тоже. Я даже не знаю, зачем они. Ну, как-то надо. Ромашковый чай парочку. Муж, конечно, сразу увидел варенье джема, понятно. Беру инкап, вот 400 грамм. Очень понравился Мэрил. Беру большую пачку себе. Это паштет, но это на сейчас. Как я зверски сломала ноготь. Как больно, смотрите. Ой, ужас. Из говядины печени. 60% говядины. Вот очень хороший. Так, это я взяла сыр. Этот сыр домой, сюда, здесь своим остается. Теперь все не перепутать. В Кария Маркете, ой, чек, слава богу. В Кария Маркете было все это стоило 29 евро 55 центов. Надо все срочно убирать в заморозку. Из этих ножек мы варим себе суп. Там какие-то овощей кинул, того-сего. Так, вот это... Кто из них там... Ну, я вам рассказала. Пангасите. В заморозку кинем туда, и все. Аляска, филе, чего-то. Маркиз, неужели ты пришел? Рыбой запахло, да? Кабачковую икру заморскую тоже взяла. Две на дачу. Одну здесь дома оставлю. И еще пакет рыбы. Ну как же жалко, что не было лосося. Вот. Если оно оттает, что от этого филе останется, не знаю. Вот пангасиус. Дрянь это или нет, я не знаю. Чего-то Аляска. Забыла уже вторую. Ну, вот так вот. Минтай, господи. 6 евро килограмм. 8 евро, чего-то 6 евро. Ну, это как бы дешево по большому счету. Лосось-то было дороже, конечно, намного. Так, это все убираю в заморозку, в которой нет места. Нет места. Затолкала коленкой на силу. Ягод там полно у меня еще всякое такое. Клюквы никто это не хочет. Никакие ягоды. Пакет сразу формирую на дачу, что увожу, чтобы не путаться. Так, из эконом-магазина. Во-первых, помимо всяких кофе и всяких таких вещей, я еще всегда покупаю пищевые добавки, но я не показываю, как бы это лекарственные или это как-то... не приветствует YouTube, поэтому я особо не показываю, как бы, так. Я вообще пью Q10, я пью биокаротин, я там пью омегу, витамин D и прочее, но как бы это не приветствуется такая реклама, поэтому не будем с вами. Господи, что-то упало. Не приветствуется такая реклама, поэтому не будем. Сердечный, там всякие, ну, БАДы, короче. В эконом-магазине, в своем любимом эконом.
эконом-магазине, купила кофе, выбрала вот эти сорта. Дмитрий сказал, владелец, что очень приятный молодой человек, хозяин, сказал, что пришли все сорта. Кажется, я в магазине об этом вам уже говорила. Мне кажется, это было так давно. Ну, в общем, я не очень люблю шоколадный там. Он как-то мне такой химический привкус еще какой-то не очень мне нравится. Амаретто хороший шоколад, вишня в шоколаде. Ириш-крем никогда не брали. Именно вот в этом исполнении. Так-то он вообще хороший ириш-крем. И ореховый. Вот, вот эти я взяла этот раз. Кто не знает, это кофе с ароматом, сильным ароматом вот того, чего я перечислила. Прямо ореховый вкус и аромат, прямо вишня с шоколадом, это чувствуется. 100% арабика, и вот мне очень нравится. Иногда мы то такой обычный, то вот такой. Но не разбавляем. Некоторые там люди с досыпом как шутят, говорят, вы с досыпом? Я говорю, нет, мы без досыпа. То есть в обычный кофе там типа чуть-чуть этого. Нет, я люблю его чистым, как бы. Или тот чистый, или этот. Ну, вот так. В пачке 250 грамм. Сколько они там? 5-6 евро пачка уже. Чека нет. А, вот думаю, еще чего-то не хватает. И еще один. Марципан. Муж куда-то сбежал, поэтому я не знаю цены, не помню. 4,99. Не могу, сейчас совру, молчу. Вот, теперь все правильно. Вот так вот. Амаретто, пралине, марципан, шоколад черри, ирландский крем и орех. Мне нужны были губки на дачу. В Лидле они очень дешевые. Это в W5. Пакеты для заморозки тоже нужны. А вот эту штуку поджигать камин или на кладбище свечки. Она прямо одна у меня дома. Вот хочу, чтобы была одна в машине и на даче все время. Я еще свечку купила. Спички тоже на дачу взяла для камина. А печенье вот такие. Потому что если кто-то придет кофе или что, угостить с печеньем. Пищевая пленка у меня дома, не было ее здесь. Муж опять набрал масло в Lidl. Дешевое масло, хорошее масло, глубокую заморозку. Вот, чистящее средство типа сиф. Евро чего-то 70 или, да, или 60. Большая бутылка. И чистит неплохо типа сифа. Я ее взяла, она недорогая. А еще одни печенья вот такие, очень вкусные, кстати, вот эти из Lidl, очень. Так, потом сыру набрала я. Так, тут кое-что мне нужно будет подарить потом попозже. А, Кристина очень любит вот эти десерты. Парочку взяли, они тоже дорогие. Сейчас стану. Муж понабрал каких-то сырочков ей почему-то. Таких, не знаю, почему таких. Смотрите, какую бабушке свечку купила на кладбище. Вот такая вот. Прям красивая, большая. Сколько там написано горит? Горит 85 часов или что-то такое. В общем, вот. И вот ее как поджигать, кстати. Вот, вот только вот этой длинной палкой удобно. Так, потом вот такие как куклик, булочки на паштет утром. Это здесь сейчас. И салями немножко взяла на дачу, вот такую пачечку, и еще какую-то. И взяла сыр, мы возьмем с собой лаваш, и будем там крутить лаваш. Мама очень любит мой лавашик, называем его лавашиком. Это помидорчики, чуть-чуть кетчупа, сыр чуть-чуть посыпать. А пармезан взяла посыпной, гауду посыпную, такой посыпной. Ага, да, опять масло, сколько можно? Это вот сыр иногда просто так вот для... Как мама почему-то его не то в горячий, не то в микроволновку. Взяла я, короче, помню я, что вроде он у нас шел. Баночку варенья, если вдруг кашу там сварим. Так, и здесь сыры. Пусть они там, срок у них хороший. И чтоб не возить и не бегать. Тут аж нормальный срок. Кусковой дам, кусковой царский. Ну, тут большая пачка, здесь нет таких. И вот еще такую салями.
И еще такой сыр. Это я все увожу. Увожу. Так, это муж говорит, что нужно здесь дома. На даче полно этих полотенец. Вафельки какие-то с карамелью. Тирамису, конфеты, кстати, вкусные на развес. И опять масло. Все, все, слава богу, все. А, нет, не все, а сковородки. А, муж еще не принес с машины сковородки. Ждем. Продолжение следует. Рекламная пауза. Маркиз, скажи, рекламная пауза, скажи. А вот еще муж себе взял гель для бритья. Для особо чувствительной и какой-то охлаждающий или что-то какое-то. Ну, в общем. Бали, это, по-моему, испанская фирма. Недорогие. Два таких геля. Пошел один, посмотрел, другой, говорит, ай, возьму обонь, чтобы это было, а то не поймешь. Это все в магазине Эконом. Очень хороший магазин, качественный, цены невысокие, обслуживание на высшем уровне. Сковородки не будет. Муж ее. Где сковородка, муж? Пропил? Продал? Пропил? Ну, в общем, он оставил ее в машине и сказал, что он ее не понесет. Сковородку. И ложечки, да? И доску. А, ну, правильно, у меня же там доску я купила, ложки такие длинные для латы еще. Ну, в общем, и сковородку я покажу, значит, вам на даче уже. Ну, чтобы не поднимать туда-сюда, тягать, да, и цветов там, ну, правильно, в принципе. Зато он вынул крапивный шампунь у Кристины эстонский, кончился. Я вам говорила, она его хлещет, она льет как... Ну, во-первых, она моется часто, и волосы длинные, да, ну... А вроде ничего, подошел так, а волосы хорошие. А теперь вот в этом магазине, сейчас покажу, через селфи непонятно. В общем, традиционный сибирский шампунь, секреты сибирской травницы. Ну, так называется, восстанавливающий. И тут как раз крапива, прополис, березовые листья, медуница с добавлением чего-то специально лечебного к экстракта крапивы. Вот, пусть попробует вот этот теперь. И дома сломалась, чтобы яйцерезка, чтобы яйца, знаете, вот резать. Все как-то это. Не знаю, куда это все девается, кто это все ломает и крушит в доме. Крушит, крушит. Вот и такая вот купили. И пока он, значит, ходил, забыли купить сметану. Ни в других магазинах не было, в Lidl не было сметаны. Только в банках, а мне сейчас нужна она. Послала мужа за сметаной. Смеяться не надо. Внимание. Внимание на экран. Послал муж за сметаной. Кричит, не рассказывай никому. Я принес тебе сметану, которую ты забыл. Думаю, а че он так охотно за ней бежит? У нас это самая большая банка. 766 мили этих. Вы рассказывали, что у вас там еще больше какие-то ведрами есть. Ну да, сметану. Не придерешься? Купил сметану? Купил. Он говорит, вот так вот сделай. Ой, ну пусть ест, раз хочет. Они с Кристиной оба за сгущенкой. А вот такой шампунь. Секреты сибирской этой. Березовый прополис, что-то. Восстанавливающий. Экстракты, ну я прочитала вам. Добавление органического экстракта крапивы. Кедровое молочко. Зефирный, что-то зефирные, эфирные масла, герани и базилика. Даже можно в салат покапать на мыльном корне. Ну, не знаю, пусть попробует этим. Тот она уже израсходовала. Все, в общем, все, сковородки не будет. На даче. Вот теперь вроде все. Ну, я... Как выжатый лимон просто. Прощаюсь с вами. Старческий кашель. Прощаюсь с вами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не загоняйте себя ни на огороде, ни в шопинге, ни домашними работами. Берегите себя, девочки. Берегите. Мы у себя одни. Мальчики, кстати, тоже. Не надо перетруждаться.
Это просто. Полная машина цветов. Все. Иначе я сейчас буду говорить еще полчаса. Вы меня знаете. Как... Ну, у нас ролики будут колоссально длинные. Бесконечный стрим надо. На стрим нету времени и голос. Нету времени вообще, ну ни капельки. Будет, все будет. Когда вот ничего не будет... Когда-то я у одного своего друга спрашивала, я говорю, почему у меня все время, я все время куда-то ношусь, как сумасшедшая, я все время встал и побежал, так, что вот у меня все время это вообще нету, ни продохнуть, ни времени, ничего. И ложишься спать, падаешь в кровать, там что-то пол второго или что-то, я у него спрашиваю, говорю, а когда вот это как бы кончится, ну вот так вот настанет, это все дела, сделай что-то, то и настанет этот спокойный период. Он у меня посмотрел, говорит, у тебя никогда, ты такая, это и ты. Поэтому это никогда не кончится. Все, до следующего видео. Все, молчу, молчу. Мне надо лимит. Лимит, знаете, чтобы так камера ап и выключилась. Пока-пока, мои хорошие. Хеатайка кыйкителе. Кыйкителе каллистен армастен. Обнимаю и люблю.